У меня замечательные впечатления, потому что я не был в качестве учащегося уже много лет. И, надо сказать, это одно из самых ценных, приятных ощущений, которое только может быть, наверное, в жизни человека, это когда ты учишься. То есть понятно, что мы в принципе так абстрактно учимся все время, но хочется именно сесть за парту и получать знания из уст, из там, рук человека, который, очевидно, многократно умнее тебя. И сейчас я как раз оказался во власти человека, безусловно, покорившего меня своим интеллектуальным авторитетом, абсолютно купившего меня своей энергетикой, своей аргументированной какой-то ироничной, легкой, такой вот человеческой, очень прозрачной интонацией. Поэтому, в общем, это время я действительно стал на 15 лет моложе и в каком-то смысле слова богаче. Поэтому я думаю, что это очень важно, создавать ситуацию ученичества для людей самых разных там, социальных пластов, самых разных интеллектуальных кругов. И то, что вот эти лекции в политехническом такую ситуацию создают. И видно, что аудитория лишь, наверное, на 2/3 состояла из студентов, а треть – это были педагоги, это были люди вообще явно не имеющие прямого отношения к университету, но которые пришли учиться. И вот хотя бы ради этого стоит вести людей даже с другого конца света. Поэтому для меня это абсолютно важный, нужный проект.